Ой, простите, ребят. Я не знаю, что случилось с микрофоном в этот момент. Вот. Я надеюсь, в начале стрима нас было слышно? Когда мы... С какого момента нас не было слышно? Ой, простите, ребят. Я не знаю, что случилось с микрофоном в этот момент. Забыл стрим выключить. Вот. Я надеюсь, в начале стрима нас было... Так, это я отключу. Стрим двоится. То ни одного Даура, теперь два сразу. Так, ладно. Если нас не было слышно, итак, давайте... Да, короче, все фигня, давай сначала. Ладно, там случайно ОБС сбил мой микрофон, я этого не заметил. Я-то себя слышу, вот. Что ж, всем привет. Мы решили постримить Unravel 2, Unravel 2. Сразу, он вышел сразу после анонса на E3, на конференции EA, под названием EA Play. Вот, буду стримить я, моя жена Ольга. Привет. Это все твои фразы на сегодня. Я ограничусь этим, пожалуй. Да. Так получилось, что я единственный, у кого есть плойка с двумя геймпадами, видимо, и мы, короче, решили сделать и стрим, и обзор, в общем, как-то так. Что ж, поехали, давай ты нажми что-нибудь, подвигай геймпад. Я двигала, уже меня нету. Ладно, сейчас попробуем подключить тебе. Так, вот тут, видимо, нужно подключить. Но он не выдал. Сейчас, второй. найдем. Так, не тут. Controls, не тут. Gameplay settings. Так, не подключает? Так, не знаю, может, он не видит его? Так, если кто-то имеет опыт в подключении второго геймпада, вот, нажми что угодно, чтобы присоединиться. Нажми X. Нажимаю все, подряд. X, нажми просто X. Нет? Ничего? Так, ладно, сейчас. Сейчас мы узнаем, как это сделать. Как всегда в начале стрима проблемы. Я тебе говорила, это заранее было. Да, мы пробовали. Вроде все было нормально. Сейчас, тут официальный PlayStation сайт. Я думаю, тут все будет расписано. А, по кабелю. Сейчас, подожди, я как-то подсоединю. Вот, держи. И втыкаю там впереди USB-шник. Просим прощения, у нас технические неполадки. Как всегда, в общем-то. Ничего нового. Так, синяя таблетка или красная? Я красный. Нет, я красная, ты будешь. Это уже не тебе решать. Нажимай что, X или что-нибудь. А, нет, сначала вот это, да. Погоди. Во. Вот, теперь выбери... Да. Теперь нажми X. О, всё. Я могу отсоединить провод теперь? Да, наверное. Да, все, отлично. О! Классно. Только тут почему-то твое имя аккаунта. Потому что он не меняется. Да. Нет, я красненький, вот я. Вот. В смысле ты красненький? Вот так. Ну, я тоже хочу. Ладно, тут вроде можно внешний вид менять, смотри. Немножко рожки. Вот давай я такие рожки сделаю, такие глаза. Я буду ногой динозавра. О, ты с юбочкой, да, классно. А, и вот цвет можно менять все-таки. Глазки маленькие, большие. Но немного цветов на самом деле. О, казалось бы. Подожди, я не поменяла еще. А, ладно, хорошо. Я уже какой-то приз получила за смену, наверное, своего облика, своей сущности. Вот, самый нижний color. Так. Ну, прикольно, что есть хотя бы немножко цветов, из которых можно выбрать. Вот. Ну ладно, я... Сколько оттенков красного здесь? Ой, я буду вот таким. Я буду темно-синим. Да? Да. Хорошо. Главное, чтобы мы друг друга не потеряли. Так, мы должны вроде бы следить за этой штукой. Я с тобой пуповиной связана? Да, наверное. Где что я? Ты нажала? Ой, я в тебе. Я не знаю, что... А, ты аккуратно. Слушай, ты можешь это самое... Это чтобы... Ой, я за тебя зацепила. Все, короче, играй. Не, это чтобы на одного играть. Давай, выскакивай из меня. Ну, блин.
не нулевая работа с чатом, но... Так, это какая кнопка? Это R2. Так, R2. Ага, понятно, Спайдермен. Ой, я за L2 могу тебя тянуть за собой. Пошли! Ладно, все, побежали. Давай этот бревнышко берем. Ай. Запрыгиваем. А тут будут головоломки. Так, давай, я держу, ты беги. Я тебя подтяну потом. Давай аккуратнее. Ой. Да, ты можешь меня потом подтягивать. Так, давай. Не, он сейчас пробьет вроде нам идти. А мы сами не должны ничего делать? Наверное, да. А, не. Слушай, не знаю. Наверное, вот эта штучка должна нам пробить. R1. Тут что-то время замедлено. Ну, переводи, я же английский не знаю. Нажмите R1, чтобы замедлить время. Ты замедлил время? Даур, ты купил игру или ключ дали? Ну, считайте, что дали. Нам дали ключ на Xbox. Вот, но ввиду того, что Вася занят. Так, а при чем тут? Нажмите вот вправо. Подожди, там была подсказка внизу. Ну вот, я нажимаю вправо. А, он просто садится. Сидят такие. Кстати, в этом, как игра называется? Приключения или путешествия? Путешествия, по-моему. Там есть ачивка, типа, надо сидеть. Да, надо сидеть долгое время, и тебе ачивку за это дают. Может, здесь то же самое? Слушай, я что-то не понимаю, или R1 это где? Ну вот, я нажимаю, и никакое время не замедляется. Ну да, у меня тоже. Может, нам надо одновременно нажать? Тор, не подсказывай, иначе контента не будет. Ладно. Давай одновременно нажмем. Ой. А, давай так... Что это было сейчас? Не знаю, я в тебя всоединился, и штучка сломалась. Так. Мы не знакомы с сюжетом первой части пока что, но, разумеется, перед обзором я ознакомлюсь. Первая часть у меня есть, я просто все никак не мог пройти ее. Так. А, это просто преграждает нам путь обратно. Понятно. Я думала, можно клубочек взять. Так. Все, вы прошли игру. Честно говоря, я очень люблю вот игры, где вот такие какие-то таинственные, сказочные приключения происходят. Да, мне тоже такие нравятся. Именно поэтому я купила там за 2500 какую-то игру, которая прошла быстро очень. Я, наверное, лежит что просто... Что-то про наши дни, что-то такое. А, хроники наших дней. Да-да-да. Так, а как тебя тянуть? Наверное, а, вот, все. Сейчас. Спасибо. Пожалуйста. Давай, запрыгивай. Так, мы должны по бревнышкам скакать. Куда ты? Я хочу искупаться. А, ладно. Да давай я тебя подтяну. А, отлично. А ты прям раскачивайся. Опа. Запускай. Вот когда туда я... А. Ага, теперь ты давай. Ой, я не ту кнопку нажал. Ты меня подтягивай. Давай, давай, тяну. Прыгай. А ты меня отпусти, я не прыгну, блин. Осторожно. Еще раз. Да, тут прыгай. Это сложно. Я не люблю, когда вот такие платформы очень маленькие, и на них не запрыгнуть. Ну ты не раскачивайся вот так бешено, отпускай. А, ты могла и так просто запрыгнуть. Ладно. Как вверх теперь попасть? А, вот так. Да. Да урвали на коротком поводке. Иди сюда. Подожди, вот. Я отпущу. Вдруг еще какие-нибудь клубочки тут будут. Женского пола. Так, опс. Давай,
Да, раскачиваться надо было и туда. А. Давай, прыгай, десантируйся. Ага. Ну, ты меня-то подтяни. Зачем? В смысле? Да я тебя подтягиваю. Я не понял, кто тут... Ты меня не тянешь. В смысле я тебя не тяну? Ты подпрыгни. А, все. Я тут синенькая, ты отказался быть синеньким? А, вот так можно делать, смотри. Ого. Ха. Прям как в Super Meat Boy, как в N++, как еще в 1150 игр. Ну слушай, так это легче играется, даже я не знала, что потянешь можно. Потянешь меня, нет? Спасибо. Я, конечно, понимаю, игра интересная, но ты обо мне не забывай. Вообще-то ты мог и сам допрыгнуть. Ах так, ладно. Слушай, ну пока... А тут как сюжет вообще рассказывается? В первой части он рассказывался вроде как фоновыми рисунками. То есть на фоне что-то происходило, и ты вроде как должен что-то понять, но я не уверен, что это так. Так, мы упустили, наверное. Секрет. Подожди, стой. Из-за надписи не видно ничего. А, ну ладно, побежали. А что это за вот эти вот светящиеся штучки? Это не чекпоинты? Да не знаю, она вроде что-то нам путь указывает. Или... Я же тоже первый раз играю, как и ты, так что... Но ты хоть в первую чуть-чуть играл, я в нее вообще не играла. Ну я 10 минут поиграл, так. Просто первый уровень, кажется, я прошел только и все. Мне хватило трейлера, все. Не надо туда идти. А туда зачем? Не знаю. Так, осторожно. А, это мы вернулись. Вот сейчас нужно осторожно и смотри. Ага, соскальзываешь по стене и спрыгиваешь потом налево. Нет. Вот. Ладно, подтяни меня. Нет, проходи все заново. Ну, ниточки не хватит. Да, Кулаков любит веревки. Что ж, неплохо, неплохо. Скажу честно, вот я смотрел всю конфу EA, и мне больше всего понравилось Unravel 2 и это самое... Сейчас вспомню, как она называется, это Solitude, что-то там. Блин, забыл название уже. Ну, короче, про одиночество женщина делает игру. Такая, где черная женщина в меху, вся такая. Слушай, здесь можно цепляться. Нажимай R2. А, прыжки нужны. Ага. Пошли. Я думаю, на большое расстояние друг от друга мы не можем отойти. Поэтому нам эти веревочки и даны. Наверное. Так, стоп. Да давай, иди ко мне, я тебя подтяну. Нет, я хочу раскачаться. Ладно. Отпусти меня. Как нам вязаны два? Ну, пока все хорошо. Ничего себе, сальтуху выписал. Опа. Это почти то же самое, что Лара Крофт. Мне очень нравится то, что вот в современном геймдеве вот появляются такие вот красивые проекты. Вот даже платформер вроде бы обычный, но он 3D, у него оформление красивое, графика красивая, ой, геймплей красивый. У меня такой богатый словарный запас. Даур, ты красивый. Спасибо. Тяните меня, пожалуйста. О, слушай, это как мы сейчас как раз проходили Лара Крофт, что-то там, Guardian of Light. Что-то там. Чем мы проходили с тобой вообще? Ой, ничего себе, я тут сделал. Почему в первый не играли? Она шикарная. Да, у нас, короче, есть список, по которому мы идем теперь. Кстати, ее у нас там нет, надо записать после стрима. Какое? Unravel. Unravel? Да. Ну так ее для обзора... И так мы будем проходить. Ой. Там нет смысла я записывать. Ой, как больно-то. Так, ищем Тетерев. Где Тетерев? Какой Тетерев? Что такое Тетерев? Ну вот ты спала во время конференции и пропустила много всего.
Ну ты же меня не разбудил. В смысле, я тебя вообще-то будил? Когда ты меня будил? Я говорил тебе, Оля, если ты любишь если меня, ты просыпайся. Если ты меня слышишь. А ты такая, о, отстань от меня, я хочу поспать. Видите, как он лжет прям в прямом эфире. Так. Ну давай, запрыгивай дальше. Ну я пытаюсь. А я вот так пойду. Ой. Ух, ничего себе, тут смотри, таракан. Сам ты таракан, вот. Это же краб. Нет? Сама ты краб. Это таракан. Так. Я краба видела, ничего не знаю. Добр, ты обзоры так же пилишь? Не удивлен, что тебя уволили. Как так же? Типа красивая игра. А, ну... Вы видели мою рекомендацию купить Сому на GOG? Да ё-моё, почему я каждый раз не допрыгиваю? Что за проклятие с веревками, а? Так. Все, я повесилась. Не смогла выдержать жизнь из-за уровня. Так, нам куда? А, вот следующее, вот там, видишь? Есть. Умница. Сейчас я тоже. Опа. Вот я и здесь. Ха. Такие сальтушки мне нравятся. Так. Показали Sims на телефоны. Прорыв. Ну, да, наверное. Sims 5 не показали, не бойся. Ну ладно. Не, четвертый Sims мне не нравится. Почему? Не знаю, он какой-то мультяшный слишком. Вот зачем ты тащишь меня? Иди за мной. Ой, меня камнями забыли. Так ладно, тогда ты лидируй. Вообще вся конфа EA, короче, вот все трейлеры, вот было видно, что прям вот везде... Он настолько феминистический, вот просто нереально феминистический. Везде женщин понабихали. В трейлере Command & Conquer женщина победила мужика, короче, сразу такая, типа, знаешь. А что ты имеешь против женщин, я не поняла. А? Ой, давай это самое, опрокинь, пожалуйста. Нет, я только за, но я не люблю, когда вот выставляют, вот знаешь, типа, женщины круты просто потому, что они женщины. Так нельзя делать. Должны быть личности. Тем не менее, ты любишь играть за женских персонажей в играх. Да. Как ты это объяснишь? Я мужчина, мне нравится смотреть больше на женского персонажа, чем на мужского. Ага, смотришь на женские попки, да? Воу, воу! В смысле? Я... Нет. Да, конечно. Никогда. Мужские. Ни за что. Я знаю, проходил всю Лару Крофт. Да, нет, да, я как... смотрел на косичку только и на... вниз и прыгать. Как вниз? А. Как вниз? Вот вниз просто, представляешь? Вы на одном не подиграете. Так, пошли. Хочу в тебя, стой. Неси меня. Смотри, мы слишком сильно сплетемся сейчас, и ты выйдешь из игры. Я хочу быть самостоятельной. Ого, тут можно ползать по веточкам. Ага. Что-то их ползание мне не очень нравится. Стой, давай попробуем еще раз. Некрасиво реализовали. Ну да, тупо как-то. Да. Как будто налетает от этих веточек. Да, да, да. В играх Electronic Arts лучше играть женскими персонажами. Меньше шансов, нажав не ту строчку, нарваться на гейскую сцену. А там такие были? Вот вы сами... Смотрите, вот вроде бы Unravel, да? Но даже тут есть голубые. А? Шутка года. Стой, зачем вниз? А, это ж если ты упадешь. Поднимайся ко мне. Я тебя подтяну. Нет. Ладно, хорошо, хорошо. Я взрослая и независимая женщина. Так. Лара Крофт хвостик была не косичка. Ну, смотря в какой игре. В какой части. Но прославилась-то она своей косичкой. Да. У меня трудности. Так, ну поехали дальше. Не знаю, пока я тут сюжета никакого вообще не вижу. Ой, я перепутал, какой из них надо.
мой персонаж какой-то. Так, тут вроде их можно связывать, а? Подожди, ты квадратик. Где квадратик на геймпаде, ты помнишь? Конечно, помню. Я не помню, где на боксовом всякие буквы. А, стой. Блин. Что? Короче, смотри. Делать? Я беру вот отсюда, ты берешь оттуда, и вот тут мы нажимаем квадратик оба. Нажми. Квадратик. Нажала. Нет? Вот здесь, наверное. Чуть-чуть подвинься. Куда? Вперед? Вот прям где эта линия высвечивается. Ты натяни, нажми эту, чтобы натянуть веревку. Отойди назад немножко. А как ее натянуть? Назад, вот так. Нет? Так, давай дословно, что там написано? Нажмите квадратик для чего? Нажмите квадратик, чтобы... когда вы стоите в точке соединения, чтобы связать узел. Мосты могут быть сделаны между точками соединений. Вот такими. Как вот эти. Ну, допустим, мост. Может, нам на него запрыгнуть надо? А, подожди, смотри, он связался. А, это наш с тобой. Ты что с ним делаешь? Я... Во-во-во, что-то там происходит, смотри. Нет, это ты движешься. Да? А ну, иди назад еще. Насколько можешь. Нет, это наши с тобой... А, наша связь? Не знаю, как это называется. Господи, почему тут так сложно, просто сложно. Подожди, вот тут вроде точка связи. Все. Ладно, давай, короче, прыгай на этом батуте. На каком батуте-то? Я не могу прыгать здесь. На моей веревке можешь? Нет. Ты отпусти свою сначала. Не можешь? Нет. Странно. Так, может вот так? Кто-нибудь помогите. Все сложно. А, господи, не этим нужно. Короче, вот тут квадрат нажимай, когда цепляешь. Как все сложно. Господи. Капец просто. А что с ниточками станет? Типа, это просто, типа, как хлыст. А когда квадрат, это чтобы именно... Чтобы именно узелок сделать для батута. Ладно. Для ебаного батута. Говорит, что конфа... Ой-ой-ой, что-то я упал. Слушай, они не отвязались. До сих пор там висят. Да? L1. А, все. Поэтому мы не могли. А что такое L1? Что написано L1? Чтобы увидеть подсказки. А вот это вот что влево, вправо? Это подсказки? Слушай, я не успеваю это читать, погоди. Дай забей, это все не важно. Ладно. Прыгай наверх. А как? Прыжком. Вот так. А, я не взяла ее. А, нет, да, ее и не возьмешь. Так. Ой, птица улетела. Такая большая ворона. Хорошо, что улетела, а то они тут нас скушают. А тут есть враги вообще хоть какие-то? Так, я завязала. Ну, зачем? Иди тогда туда завяжи. Запрыгни наверх. Здесь же, ага. Вот. Умничка. Смотри, какой баланс просто идеально достигнут. Ай, не придай. Ну так, с чего ты спишь? А как отцепиться? От узелка? Да. Кружок вроде, да, кружок. А, хорошо. А кружок в любом месте или только вместе с связки? Нет, в любом, я же не стоял вместе с связки. Так, сейчас, секунду. Смотрю. О, все уже спать пошли. 250 человек осталось.
Мы стримим для вас. Это эксклюзив. Так. Ну давай. Сделай тут батут. Я думала, можно связываться вместе, типа батут. Да, можно. Войной. Сейчас сделаем. Давай, раз, два, три. Все, связали? Только нужно мне наверх подняться и натянуть его. Давай, запрыгни на него. Так, его как-то можно подтянуть к себе? Не знаю, ты не завязал, смотри, у тебя нет узелков, как у меня. А, все, понял, тут еще тоже нужно завязать. Я просто... Всегда хотела пойти на батут и попрыгать. Но как-то не срослось. Ну, спустись вниз чуть. Чуть вниз спустись. Давай, прыгай. Куда прыгать? Он у меня застрял. Он просто застрял. А! Вниз чуть спустись, солнышко. Да, я спускаюсь. Вот. Хорошо. Поднимись теперь наверх и прыгай. Господи, камера отлично просто располагается. Все, мы нашли первый минус. Да. Спустись еще ниже, ты не достаешь до меня. Вот так. Еще выше. Давай. Что за маленький? Да господи, нормально, на раз, два, три. Раз, два, три. Получилось? Я не вижу. Нет. Короче. Что-то не выходит. Можно L1 вроде зажать. Вроде да. Вроде что да. А, мы вместе, может, L1 должны зажать? Давай, раз, два, три. Ты зажал? Да. Я тоже. Ничего не произошло. Да тупые подсказки, они исчезнут сегодня или нет, господи. Ладно, давай. Смотри, если ты будешь подниматься наверх, ты не достанешь до меня. Я поняла. Не поднимайся наверх. Все, я не поднимаюсь. Все. Давай, на три. Ладно, без три. Раз, два, ничего не вижу. Три. Ты нажимаешь хоть связать? Да, ну конечно. Давай, раз, два, три. Нет, ничего. Не появилось? Нет, слишком сложно. Давай так сделай. Отвяжи узелок. Угу. Связала? Да. Ладно, все, так пойдет. Господи, наконец-то. Так. Господи. Сложности вязаных людей. Да. Ну, кружок. А я где-то привязывалась сразу? Ну, наверное, да. Меня не пускает. Все, я отвязалась. Кружок нажми. Так это ты меня держишь сейчас. Я не могу тебя держать, в смысле? Я нажимаю кружок. А, нет, мы с автоматом там привязались. Так, камнями это самое. 750 человек на стриме, говорит. У меня устаревшая инфа, извините. И у меня прошлогодняя. Ой. Привет. Привет. Эй. Чё там L2 надо? Да. Поднимайся. Угу. Привет. Привет. Так, это что за эксплуатация моего труда? Ладно. А тут умереть можно? Вообще в игре? Ну да. Ну я думаю, что когда хищники всякие появятся, то можно. Они будут? Ну вот был же Тетерев. Я думаю, что враги. Он может клюнуть и выклевать из тебя все... Стой. Ниточки. Стой! И улетела. Подожди. Давай, поднимайся. Да я раскачаться хочу просто. Поднимись. А, я отпущу, хорошо. Давай, раз, два, отпускай. Теперь я. Хопа! Все, я тут. Я тут-то. Так. Что там? Ой. Мы погибли. А мы живы. Да что это вот за лево? За право, в смысле?
Да, это, наверное, в опциях нужно отключить. Сейчас я отключу где-нибудь это. Дуростью. Геймплей. Вот, вот. Я поняла, на кого мы с тобой похожи. А. На Эй Арнольда. Немножко. Я не смотрел. Ну, я видел арты. Ну, типа, я знаю, как он выглядит. Так что можно сказать, я смотрел на один кадр. Я смотрел один кадр этого мультика. Надо с тобой наверстать. Очень клевый мультик. Да ё-моё, что я такое... Да все правильно. А мы с тобой не перепрыгнем. Прыгай. А, сейчас. Нет, еще раз. Туда, налево прыгай. А, мне ж сюда. Ну, что ты? Держи меня. Я хочу качать. Все было хорошо, ты уже запрыгнула туда. Да ё-моё. Так, ладно, я, может, раньше. Да чего так вниз опустилась? Подними. Да потому что стик, он же неудобный в этом плане. Так. Я держу тебя. И я скатываюсь. Спасибо, на тебя можно положиться. Да я-то здесь причём, он скользит. Ладно, смотри, мы как-то даже чувствуем прыжки друг друга. Да. Все, выходи за меня. Я согласна. Теперь не отвертишься. Черт, это была запись. В смысле, черт? Ладно, я пошел. Сразу сливаешься. Отпусти. Не пущу. Ладно, ладно, хорошо, пускай. Ой. Так. Слушай, там скат, действительно, а как мне тогда? Ну, пока ты будешь на скате, я должен снизу туда, хоп. Так я на скате скатываюсь, скат же не просто, да ё-моё. Не отпускай, ну кнопку. Я забываю. Смотри, одна кнопка, она тебя держит. Так шлёпнуть. 698 свидетелей прямо в эфире. Давай, я не держу тебя уже. Ну, я сама себя держу. Вот именно, и отпусти в тот момент, когда ты будешь, да, в нужном положении. А-а-а! Сейчас. Сейчас все будет. Ну, не опускай. Вот, вот, все. Стой, да, стой там. Видишь, я скатываюсь. Так, да, господи, что ты делаешь? Все правильно, разве нет? Да, все правильно, мы должны висеть. В этой игре нужно висеть. Да, она закончилась. Ну и что мне делать теперь? Вот, теперь раскачивайся. Я не могу, еще ниже нужно. Ниже не опускаюсь. Так, я не допрыгнул. Ну я в этом не... Да надо было просто стоять наверху. Просто стой наверху. Я просто стою наверху, ты жалуешься, что ты не можешь... Нет, ты спрыгнула вниз и сказала, что нужно нам висеть. Нам не нужно висеть. Давай, так, все, давай ты на ту сторону пойдешь. Хорошо, договорились? Хорошо. Подтяни меня чуть. Давай, лети. Сейчас. Так нет, подожди, ты должен не лететь, это я должна лететь туда. Да и какая разница? Залезь. Все, готово? Держать тебя или ты сам? Да, я сам. Ну да уж, что ты делаешь? Там скользко. Ты что, не можешь запрыгнуть? Там скользко. Ты просто должен стоять на одном месте. Я держу, держу, давай, 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 допрыгай. А, ты так не допрыгнешь, да? Не держи меня. Опускаю. Давай, 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 давай. Бумс такой. А! Еее! Отлично, все. Подожди, 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 подожди! Вот и... Сейчас, сейчас, я поднимаюсь, поднимаюсь, поднимаюсь. Так. Поехали. Боже, да что такое?
что ты делаешь? Что за игра? Илон Маск, реши проблему геймплея во всех играх. Сделай, чтобы искусственный интеллект проходил игры, а мы просто смотрели. Давай. Давай я. Ладно. Блин, вот как... Ты отлично меня слушаешься просто. Давай я бы прыгнула сразу. Ты сказал это позже, чем я спрыгнула уже. Понятно. Ты всегда так. В смысле всегда? Говори, шапку надень, не надеваешь. Ты что, мама? Я... Нет. Ну это все. Ой, ты как-то крутился сейчас. А этот скилл нужен. В смысле? Так не каждый человек может. Знаешь что? Так, давай, сначала ты прыгай. Нам туда, вон, направо. О боже, да чего ты падаешь? Не падай. Держи, вот. Ну, вот там я... отпускай, как вот только... Да знаю. Давай. Я, что ты учишь вот. Меня? Я знаю, как играть, я вообще-то создавала эту игру. Так, хорошо. Ты даже вязать не умеешь, создавала ты эту игру. Умеешь вязать? Когда-то умела. А чё тогда так смотришь, если не умеешь? Ну, когда-то уже не умею, конечно. Я тоже умел. Я в детстве, меня бабушка научила крючком петельки, короче, закручивать и потом вязать. Вот так. Я тоже умела что-то типа этого. Потом я об этом и забыла, как это делается. Все равно ведущие с чатиком не общаются. Ну да, здрасте, не общаемся. А вы нас ничего не спрашиваете? Вы с нами не общаетесь сами. Это вы не общаетесь, а мы общаемся. Так. Можно купаться. У меня завтра экзамен, я пытаюсь не готовиться. Так. Зачем готовиться к экзамену вообще? Да я тоже не понимаю. Добро, накажи чатик, тут натуралы какие-то. А вот это Алиса, кстати. Что? Если угнетают в чатике натуралов, значит это Алиса. Привет, Алис. Не-не-не, не тяни, пожалуйста. Почему? Ну потому что... А, ты хочешь просто меня вытянуть? Ну да, ну хочешь сам. Ладно, нет. Нет, сам справляюсь. Все, я убрала руки от геймпада. Понятно! Кто-то сегодня будет сам готовить. В смысле, мы уже поели. Да, точно. Я же уже приготовил, правда. Зачем? Знаешь, я сам заберусь вот так вот. Вот так. Почему ты раньше этого не сделал? Так, вот мы и здесь. Ага. Что это за место вообще? Еще раз привет. И теперь я не Алиса, а Леона. Ладно. Да кто это? Я так и не поняла. Где? Алиса. Алиса? Ну я же рассказывал. Так, кто такая Алиса? Так, я что-то не знаю. Ну художница, она рисует комиксы. И что вас связывает? Ладно, Алиса, привет. Ну что, не ждали, суки? Ой, боже, Миша. Здорово, ребят, как у вас дела? Привет. Я думал, это... второй Unravel? Я думал, это какой-то новый донат с своим голосом. А вы, кстати, донаты включили, у вас звук оповещений есть, а то у вас уже отключал. Я вроде что-то делал, я не знаю. Ну, ты уже что-то делал. Вы даже чат не читаете, ё-моё. Ну вот ты читай теперь. А я читаю, я сижу, бухаю, идите нахер. Я не видел, чтобы кто-нибудь там жаловался. На что? На все, на жизнь. На все, на жизнь. Но... Я просто очень забеспокоился, что вы тут можете рассориться вдвоем. В опасной близости играть в кооперативную игру, это обычно плохо заканчивается. Прыгай в ведро. В ведро? Ладно. Не, ребят, на самом деле я просто зашел поздороваться и испугать вас, так что все, моя цель. Да ладно, выполнена. Чего-то. Читай чатик. Читать чатик, да? Я подумаю. Миша, скажи, что лесбухи для педиков. Лесбухи для пидоров, между прочим. Вот, да, они для педиков. Все, я ушел. Ну ладно. Мы с тобой в колодце были. Так. Смотри, загородный домик. Ты тоже это слышала? Что? Что, Миша?
Мишу. В смысле, я не слышала ничего. Какого Мишу? Не знаю, мне просто показалось. Может, я очень хотел, чтобы Миша ворвался и что-то сказал бы. Ты думаешь о Мише постоянно. Слышишь его голос в своей голове. Там уже на Лурке написали, что я его муж, а он мой... Не, я его парень, а он мой парень. Я сегодня прочитала. Первый раз зашла туда. Так. Опять бухой нарится, вырывается на минуту и уходит. Так, loading hub. Маяк. Тут мы... А, он загружается. Смотри, the lighthouse. Как тебе? Мой английский. Ну, нормально. Хорошо прочитала. Отлично, все, поехали. Давай дальше. Дальше больше стоп-гейм. Давай, как Трон. Как ты относишься к явлению маяков, как ориентиров? Я думаю, они очень полезны в нашей жизни. Ух ты, картиночки. Смотри, птичка упал выпала. Птенчик, а красноглазые альбиносы, короче, заперли его в клетку. Нам надо его спасти? Да, это свечение, это, видимо, божественная частица, она, короче, заботится о природе, и мы должны ее спасти. Она возложила на нас миссию. Ничего себе, это все тренировка была сейчас? Да. О, все, пошли головоломочки. Это хаб, тут нет головоломок, пойдем. Не, тут могут быть головоломки иногда что-то передвинуть. Ну, по крайней мере, в первой части так было. Что это такое? А, это данные по уровню. Этот уровень мы уже прошли. Нам нужно, видимо, на следующий. Сюда? Это следующий? Или не знаю, ты куда пошел. Да, вот следующий. Hideaway. Что я увидела это там убежище. В чате, что кто-то восхищается саундтреком. Да, мне тоже он очень нравится. Даур, в скольких играх ты выбил платину и будешь ли получать в этой? Короче, я выбил в первом Crash Bandicoot, выбил в Lara Croft Go и скоро выбью в Tomb Raider 2013. А в этой, скорее всего, тоже, да. Ну, себе, честно говоря, у меня нет такого как бы вот большого желания выбивать в каждой игре платину. Если платина реально это какой-то челлендж, это как что-то интересное, тогда есть смысл, потому что как бы игра открывается для тебя с новой стороны немножко. То есть разработчики дают платину именно там за какие-то... смотри, кто-то застрял в школе, видимо. Это не школа, это дом. А, нет, это не дом. Это не похоже. Может, больница? Часто у тебя дома знак «Exit» светится над дверью? Ну, в Sims я делаю, короче. А, девочка, смотри. Осталась в школе заперта. Да почему в школе? Видишь, нету школьных шкафчиков. Ну, где она, по-твоему? Не знаю, это... В школах обычно и лежат ковры вот такие вот. А, слушай, это, короче, её злая мачеха. Да. О, нет. А, я поняла, это, короче, детский дом, наверное, или приют. А, точно. Больше похоже. Надо им ей помочь. А где мы? А, я вот спасу он. Тебя. Да ладно, давай посмотрим, что будет. Как она будет ее бить, да, ногами. Ты может быть. А почему мы не можем помочь ей? Потому что мы должны соединиться в одно. Сто, да, отлично. С чего ты взял? Но... Нет? Почему тут свечение? Я это ты. Что мы должны сделать? Мне кажется, мы должны ей как-то помочь. Вон, видишь еще? А, ладно, давай. Подвинуть надо ящичек. Да, только, наверное, как-то... А, стой. Один из нас, наверное, должен в одно свечение, а второй во второе свечение. А, давай, ну давай, а ты, да, двигай и туда. Бухенвальд. Мы сейчас, короче, испепелим смотрительницу детдома. Мы придали ей сил. Видишь? Мы спасли её. Мы, наверное, ее мягкие игрушки, которые, знаешь, типа вдохновляют детей. Кто-то через окно, короче, ломится. Птица? Это ее любовник из соседней комнаты пришел через окно. Так, ладно. Что за дети пошли? Что я спать?
Так, а как здесь садиться можно было? Садиться? Какая-то кнопка. Не помню. Да господи, опять эти подсказки всплывают. Я просто ненавижу их. Ой, я что-то мотаю головушкой. Ой, смотри, я зарядку сделала. Ой, я зарядку делаю. Как ты это? А, это я тебе машу, а не зарядку делаю. Давай ты ко мне иди, нам в окно вообще-то надо. Машет она. Заставила женщину тащить ящик. Не, ну чё, равноправие всего, а? Ой, голуби. У меня жена сильная женщина, так что... Насильная женщина? Ты сильная женщина. Ну так себе. А, нам надо батут сделать. Да что ты отпустил? Да я не хотел. Угу. Хочу на голубе пролететь. Так. А. Кто вяжет эти ниточки, интересно? Я человек... Паук. Брак в отражении. Стой, подтяни меня. Да ладно, я тут подожду тебя. Вот тут, давай. А, то есть подтянуть ты меня не хочешь, да? Ну, так я тебя могу... Ты можешь просто в меня вселиться, я всю игру пройду просто. Давай так. Так. Давай, десантируйся. Ну, не так же. Надо было круто. Давай, давай наверх опять. Самый верх. Теперь круто, короче, давай. Прыгаешь, зажимаешь вот это вот зацепиться и прям в окно влетаешь. Как сейчас, стой, не вышло, подожди. Как ОМОН, когда ты репост сделал, короче, какой-то записи ВКонтакте. И... ОМОН Ра? Да. Не так. Нет! Да все уже. Нет! Давай ты так. Давай, это должно быть круто. Господи, зачем ты заставляешь меня это делать? Давай, прыгни просто подальше. Ну, а вот так, и отпусти, когда вот только согнешься, отпусти этот, держать, чтобы вот не болтаться на веревке. Давай. Еее! О, отлично. Сам не смог. Ну ты же меня не потянула. Вот так, да. Все, отлично. Так. Так, а где я? А. Тут есть что-то? Не знаю, вроде нету. Ну, труба показывает туда. Значит, если мы пойдем туда, нам труба. Да ё-моё, не получается. Отпусти! Ладно. Держишь меня у себя. Ты когда раскачиваешь, вот так отпускай, вот когда ты уже... Вот так, да, отпускай, все, и сразу залетаешь. Давай, залезай. Хап. Я не догадалась. Хап, хап, хап. Кто знает хороший анекдот? Надо подумать. Чайка улетела. Видишь, здесь линия. Ну и что? Просто. Проверяю твое зрение. Ага. Не, раскачаться надо. Смотри, я замерзаю уже. Да ты куда ты? Замерзаешь? Ты же шерстяной. Да, но шерсть не греет, если что. Ты же как валенок. В смысле не греет? В смысле, шерсть не греет человека. А кто греет? Шерсть человек шерсть греет? Сохраняет тепло, которое источает сам человек. А-а-а. The more you know. Ха! Ой, нас не закрутят в этой штуке? Отцепись от меня! И как я могу от тебя отцепиться? Я и не цеплялся к тебе. Я не могу раскачиваться. Давай. Боже, я там как бы... Какая-то болванка. Я, кстати, сейчас это не делал. Это он сам как-то. Зацепился? Да. А может, мы просто одновременно зацепились? Пошли, пошли, пошли. Идем со мной, идем. Кто с добрым? Семейный стрим? Да. Со мной моя жена. Идя. Смотри. Давай встанем вот так, чтобы ты над тобой синенький был, а надо мной красненький. Вуп-вуп.
This is the police. It's the sound of the police. Оп. Ой, смотри, а что будет, если упасть туда? Боже. Оля. Я сгорела, теперь я жареный шнурок. Вы знаете Олю? За себя и за Олю. Ничего себе ты. А, мы должны я туда, а ты в другую какую-то светящуюся штуку. Мы должны... Или мы вдвоем должны в одну штуку. А, тут можно батутик сделать. Батутик? Короче, один из нас... Давай ты делаешь, у тебя хорошо выходит. Ну ладно, я попробую. Давай. Сможешь. Ну, осторожно. Давай, завязывай. Нет, тут завяжи. Тут... А спусти ты этот тросик. Ну, я завязала. Отойди теперь. Вот, все, теперь прыгай туда. Да, и тут завяжи. Все? Угу. А как нам ту штуку достать? Она же так не это самое. Какая? Вон ту? Угу. Ну, вдвоем, наверное, нужно туда попасть. Ну, давай, иди сюда. Я иду. Как отпустить? А как нам теперь туда попасть? Вот, погоди. Я про то и говорю. Ха! Вот это сейчас нежданчик. Ладно, давай я умру просто. Я пожертвую собой ради светящейся штучки. Зачем, Ибн Батутик, да. Даур, будешь комментировать Confused Square Enix? Да, я буду ее транслировать даже. Ладно. Ша! Так, а как тогда сделать? Подожди, но ты же делал первый раз это. Как у тебя это получилось? Я вот так, раскачивался. Во. А, ты ее уже взял, наверное. Думаешь, взял? А куда нам тогда идти? Вот там, где зеленый свет? Ну да, вот сюда. Ну давай иди. Сюда тогда. Ты завяжи мне мостик. Мамостик. Ой, аж вибрация пошла по геймпаду. Это да. Это же сцена из трейлера пишет. Я не смотрел трейлер. Ну, то есть я смотрел трейлер, но моментами я отвлекался и... Понимаете? Так. Отвлекался, смотрел, как я сплю, да? Маньяк. Нет, нет, я не... А, вон куда надо. Я не смотрел, как ты спишь. Я подглядывал. Так. Наверняка нужно назад, и там будет пасхалка. Нет. Пасхалка к чему? Ну, вдруг 30 лет все проходили этот уровень, и никто не попробовал назад пройти. Ой, опа. Смотри, они прячутся от немцев. От немецкого смотрителя детдома. И еще один. Смотри. Ой, от них злые такие духи прям. Смотри, их сколько прям. Ух ты. Ух, и никто не посмотрел в ту сторону, вот никто из них. Они туповатые, наверное. Они достойны того, чтобы от них убегали тогда. Ой, слушай, а что это такое? Видимо, этих штук нельзя... Черное свечение. Боже, ты поняла, как это назвать. Я долго думал, как же можно назвать эту штуку. Давай, ты что там прячешься в коробке? Слушай, это похоже на таких штучек в Локорока были. Такие, летали там, черные. Блин, опять он меня испепелил своим взглядом. Есть анекдот про Брежнева. Рассказывайте. Пошли, пошли, ну. Не ходи туда, ну не ходи туда. Отлично, просто отлично. Так. Давай. А! Ну, куда? Ну! Ну что ты остановился? Да не прыгай вперед, батьки. А вперед кого? Вон крысу надо оседлать, чтобы она нас вела. Давай, прыгай. Ага. А! Как дальше? Вот так. Вот так вот. Ой, смотри, ящерица. Ой, смотри, тут сверху еще спускай. Ящерица? Ящерица? Что она в городе делает?
что ящерица делает в городе. Да, ну в городе нет ящериц. Это немыслимо. Автор игры такой. Это Unreal. Пошли. Типа Unreal. А, я понял. Вот это просто лингвистический юмор. Ух, это было круто. Ну давай, давай, что ты мне сделаешь. Так. Пошли. Ой. Ай. Ай. А, сверху вон же штучка. Так, готова? Нет. Пошли. Ой. Ничего себе, ты улетел. Так, а тут что? А. Поднимайся. Ой, ну вот, смотри, ты перепрыгнул оттуда. Я нужно вот так. Я не отдам тебя им. Так, нам нужно перепрыгнуть его. Ты чуешь? Сейчас он уйдет. И я сделаю это. Да не надо ждать, ты все равно дальше должна прыгнуть, а не вниз. А-а-а. Это не прыжок нажимай, ты вовремя отпускай цеплялку. Ну ничего, у тебя получится. Ребят, все cool story будут на стриме по колде. А сейчас я могу рассказать cool story о том... Даешь cool story про плохие запахи, и ты про это? Плохие запахи? Там написали. Ой. Чего ты меня не Ты вообще стараешься? Чего ты меня Ты пытаешься не умирать? Так ты сама себя можешь держать. Я же не знаю, в какой момент. Как? А, ты думаешь, в этом суть игры? Я просто думал, что надо. Я такая рукой. Классно, что они реагируют. Так. Оу. Я помогу тебе. Ну зачем? Стой, нет, нам что-то не так. А, нет, ты... Давай, стой здесь, стой здесь. Ты не запрыгнешь туда. А, ты же можешь понял. Перевернуть обратно ее. Да. Умница. Спасибо. Так, я подвину. А, не, я должен держать. Подожди, зачем ты меня спихнул? Ты подвинь вот эту штуку обратно. А. И теперь... Короче, Брежнев... Попей водички. Сейчас, попью чайку. Не делай такие звуки прямо в микрофон. Раз ящерица, значит это Вьетнам. Но что-то не похоже на Вьетнам. Кстати, как выглядит Вьетнам? Мне казалось, что это такая... Вьетнам, он круглый и продолго. Что ты хочешь услышать? Ты что там? Господи! Что? Я для чего подвинул? В смысле ты для чего подвинул? Чтоб ты направо запрыгнула. Что ты тут делаешь? Тут стоит капитан, блин. Я управляю. Давай, прыгай. Я тебя как собаку буду вот так за поводок вести. Ага. Значит, так мы теперь, да? Понятно, понятно. Это сейчас Даур процитировал Костю? Процитировал Костю? О чем? Так, Брежнев перед собранием КПСС вдруг... А, все, короче, чат убежал, я не успел. Напишите еще раз этот анекдот, пожалуйста. Смотри, там сзади вообще этот игра есть. Ну, типа там, смотри, машины ездят. Там, может, вообще мир как в GTA проработан, просто потом заблюрили его и все. Мы такие маленькие. Вот так выглядит микромир. Или макромир, как он там называется? А, я слышал, как Даур хотел сказать «женщина». Так, короче, Брежнев сидит и читает доклад перед собранием членов КПСС. Вдруг он отрывает взгляд от бумажки и указывает на одного комсомольца со словами: «Он американский шпион, арестуйте его». Его кидают в тюрягу, он действительно оказывается шпионом. Леонида Брежнева спрашивают: «Как вы раскрыли этого шпиона?» Он отвечает: «Враг не дремлет». Все, я понял. Ты поняла? Ты поняла? Подожди, ты поняла? Я не слушала просто, извини. Ну типа все уснули, настолько скучное было собрание, все уснули, а вот враг не уснул.
А-а-а. Дауроли, спокойной ночи. Я прям головой. И Даур, не забудьте стрим отключить, а то забанят вас за... Так, спокойной ночи. Спокойной ночи. Гули. Воу. Если было за что банить. В смысле? Даур, не рой себе яму. В смысле, не рой себе яму, сам в нее попадешь или? Я просто не силен в поговорках. Я не знаю, это вообще не поговорка. А, не рой себе яму, придется саночки возить. Так было? Не вози саночки, а то вырышь себе яму. А, по кругу не вози. Ой, смотри. Они сбежали. О, да, минуты. Уединились под мостом. Ой, ой, только нашли, нашли кошку. Только кошка в три блин, раза пластмассовая какая-то. Даже у нее засвечение на спинке. Кошка такая, валите нафиг, я тут уединиться хочу. Я тут прячусь от собаки. Ой, лягушка прыгнула, смотри. Блин, так здорово. Такой мир классный. Так. Кто-то будет спать на кухне. Вот, ладно, кто-то тоже я заметил, посплю. Что персонажи пуповину между собой используют. Ну это же классно. Ты знаешь, что у близнецов одна пуповина на двоих? Да? Ты не а знал как это? Они решают, кто есть будет сегодня? Ну, выживает сильнейший. Кто старше, тот и ест первый. Так, ладно, поехали дальше. Опа. Так. Давай, стой. Перепрыгивай туда. Да. Не попади в мусорку только. Понравилось? Очень. Все, могу сегодня спутать, ты не сможешь. Потому что я обернул вокруг. Зачем ты это сделал? Я, потому что... Так задумано было. Чувак пишет, у него так брат умер. Мне жаль. Так, не плюй в колодец, люби и саночки войти. А, помоги! Точно, без труда не выроешь яму для себя. Ой, с горочки кататься. О, да. Ура! Мы любим блин. С горочки кататься. Ой, сейчас саночки повесим, господи! А-а-а, это просто... Стой, нам надо раскачать скейт. Да, давай, сейчас такие. И поехали. Не, поехали. Ой, блин. Ты как тот богомол, который под колеса скейта прыгнул. Да, давай на скейт. Поехали. Ура. Опа. Ой. Научи человека рыть себе яму, он в нее попадет. Нет, там не так было, это я придумал. Вот ну, я так. Скейтер, а ты не. И Дауш так и не понял настоящий смысл анекдота. Еще мне рассказал. Не имей 100 рублей, а имей 100 саночек. И продавай их по 100 рублей. Ой, такие серии. Евгейская пословица. Смотри, они смотрят на звезды. Очень романтично. А, вот оно что. Да он просто хулиган из соседнего двора. Он же обидит девочку. С чего ты это взял? Да, они всегда так делают. Ты дворовый хулиган? Я? Угу. Нет. Как нет? Кто? Зачем ты тогда меня обижаешь? Так, ты что делаешь? Не отпусти знаю, уже эту штуку. Зачем? А, подожди, надо завязать здесь. Ну, можешь завязать, но нам сначала нужно вот туда попасть. А мы туда не попадем, знаешь почему? Почему же? Потому что иди сюда обратно. Иди сюда обратно. Туда-сюда да. Обратно. Ну, дай... Ты знаешь, обратно это куда? Не знаю. Вот сюда. И что дальше? Завяжи там наверху узелок. Да. А зачем? И вот тут привяжи. Потому что мы там не достанем. А-а-а, ничего себе ты умный. Ты долго будешь?
Меня не пускает дальше. В смысле? Да я такие эти головоломки вообще щелкаю, как пальцы. Спасибо за ламповый стрим, но надо идти спать. Удачки прохождений. Спасибо. Доброй тебе ночи. Спасибо большое. Все, все, можешь как идти. Я же уже говорил. Кружочек. Ой, ля-ля. Ха. Ой, я не смогу отвязаться. Отвяжись. Кружочек. Вот, отвязал. Блин, какие классные сальтушки делают, смотри. Держи, держи, держи ведёрко. Обратно это туда, так что хоббиты. Любишь с ведёрком подниматься, люби ведёрочко возить. Да отпусти ты. О, всё. Ладно. Подними меня. Хорошо, что... Что с ним случилось? Хорошо, что это кооп. Он вяжет просто. Он как хурма. Да. Опа. Кто-нибудь в чатике любит хурму? Признавайтесь. Давай, с надеждой на тебя, Кеноби. Опа. Ой. Так, не знаю, а как тут дальше играть? Как дальше играть в эту игру? Кто-нибудь... А, держись просто. Да, кстати, вот музыка классная. Вот прям очень классная. Мне очень нравится. Очень красивая музыка. Ладно, короче, вот вам cool story. Можно я расскажу? Пожалуйста, пожалуйста. Ну не позор. Ну пожалуйста. Это не позор. Это наоборот, это повод гордиться. Это очень тупо. Это повод для гордости. Нет. Серьёзно, поверь мне, я твой муж, я тебе плохого не пожелаю никогда. Да, конечно. В смысле, давай перепрыгивай тогда. Короче, Оля раньше была летсплейщицей. Вот, она делала летсплеи. И вот она потом закрыла свой канал, но летсплей оставила на... ну, на жестком диске. И я, короче, ну, мы вместе их смотрели. Она проходила Диарестер. И у тебя были такие богатые эпитеты по поводу пейзажей. Она такая: боже, как красиво. Смотрите, какая красивая веточка. А какая красивая пещера. Вода, она так красиво двигается. Боже, тут так красиво. Ну все, прекрати. Мне очень нравится, вам тоже. Надеюсь, и вам нравится. Все, спишь на кухне сегодня. Хорошо, только с тобой. Нет, без меня. Все, зачем спать вообще? А! Поднимайся. Ссылку в студию. Так. Картоха также стричь. Ну я не знаю, я картоху не смотрела, так что ничего не знаю. Он тоже пейзажи так описывает. Ну блин, я стеснялась тогда. Какую ссылку? Ссылки нет, канала же уже нет. Да, к сожалению, или даже к счастью. Давай туда. Не, на самом деле, я бы на твоем месте не закрывал бы канал. Ну, я подумала, что стоит. Представляешь, сколько рофлов могло быть. Ну так эти рофлы есть у нас, зачем открывать канал тогда? Пошли, смотри, тут колесики. Оп. Как говорится... Любишь колесики? Колесики вертеть. Любишь колесики крутить, люби и закручивать. По-моему, там так не говорилось. Куда без меня, постой. Ладно. Любишь... Ладно. Любишь Даура, люби и... Какая красивая пещера. Где? А, да, там, кстати, пещеры были. Что? Я про пещеры там тоже говорила. Ну, кто-то написал, какая красивая пещера. Где? Мне кажется, кто-то смотрел мои летсплей. Я ж только что сказал, какая красивая пещера. Ты не говорил. Да, ты сказал? Да. А, ну, значит, это другой смысл.
уже. Еще так, знаешь, мы смотрим, и Оля такая, там в пещере, ну там вода течет со всех сторон, и Оля такая, смотрите, тут так много воды. Я так и поставил на паузу, прям как в этом летсплее. Вот видите, как он меня любит. Вообще-то мы вместе смеялись, не надо сейчас. Ну я обиделась на тебя в душе, если ты не знал. Да? Поэтому ты со мной не разговаривала месяц с тех пор? Да. Я-то не мог понять, думаю, что такое? Не, нам вниз идти. Да? Ладно. Хотя наверху эта штука. Да, я ее взяла уже. А, ничего себе. Ой, я застрял где-то. Любишь колеса, значит любишь и глибы. Любишь Даура, люби и в банке посидеть. А вот знаете, блин, это сейчас так правдиво, когда мы только познакомились и начали встречаться, мы уже, ну, жили вместе, и Оля работала в банке. Так что да, любишь Даура, люби и в банке посидеть. Ну я ушла оттуда. Конечно ушла, еще бы там осталось. Боже, каждый день измученная приходила. Не работайте в банке, ребят, не нужно. Да. А то будете потом как крысята. Так, и что тут делать? Смотри, сверху тоже есть канатик. Да, но это нам никак не помогает. Давай наверх. А-а-а! Слушай, не-не-не, зацепись туда. Зацепись. Вот. Зацепилась? Я завязала. Вот так. Вау. Блин, нифига себе ты умный. Бубая, покойтесь. Так. Угу, поехали. Именно поэтому я и вышла за тебя замуж. Потому что я головоломки умею в играх решать. Ты поможешь. Черт, да ты вышла замуж по расчету. Я вышла замуж по головоломкам. Стой, возьми эту штучку. Ее не надо брать. Да. Ой, вот ты мне на такой не дал покататься на площадке на детской. Теперь катай меня. Тут можешь. Давай. Так. Не, нам в обратную сторону. Ее нужно раскачать. А, ну да, давай сюда ее. Да, ур умный. Хэштег. Так, теперь давай, я держу, а ты наверх. Ага, сейчас сиди там. Не-не-не, держись там. Крепко. Давай, раскачивайся. Ага, отлично. Ты поднимешься? Да. Я тебя тяну. Я поднимусь. Я поднимусь. Так Оля вышла замуж за Даура из-за того, что он хорошо голову ломает. Так он ж кавказец. И жить так ша. Голова в хлам, ищи. Мы так и познакомились, а мне голову проломила. Вообще, ты вообще, она пришла на Игромир, короче, такая, а ты разобьешь мне бровь? Ну, мне просто нравится, когда шрам на брови. Так, ладно, видимо, тут можно... Прыг-скок делать. Ты что, прыг-скокер? Я прыг-скокер. Ребята, у вас есть прыг-скокер? Скажите, вы получали в Дикси прыг-скокера за покупки? Кто знает, что это за херотень? А, ладно, держись. Мы однажды чуть не поссорились из-за него. Вот так, вот чемпионат мира по футболу, людей просто, как это сказать, ой. Не сплачивает, а расплачивает. Очень красивая пещера. Я плыву. Ой, слушай, за мной рыба плыла сейчас. Да, представляешь, что было бы, если... Да отпусти меня. Хочешь. Так плыву прям. Ну смотри, ты без труда не вытащишь рыбу из пруда, так что давай вылезай. Ой, давай порыбачим, смотри. Там уже рыбачка. О, машина. Ох, ничего себе. Слушай, это 11-я, что ли, ехала? Жигут? Назад поехала. Она назад. Она назад ехала сейчас, нет? В смысле? Задним ходом? Да. С фары у нее вперед светили, как это надо? Ой, все. Ты в машинах не разбираешься, что ли? А ты что, разбираешься, что ли? Я? Нет, я цельный. Так. В смысле цельный? Цельный, как металлическая оболочка.
Посмотри, что они делают. Он ее на чердак тащит. Ага, ух, сейчас мы станем свидетелями, мне кажется, чего-то вот такого прям. Давай скорее. Пока они не убрали? Пока. Пока мы успели, да? Да. Я не думаю, что там нам 2 часа будет даваться. Максимум 3 минуты. Давай, поднимайся уже. Все, я пошел. А, я не успела перепрыгнуть. Так. Вспомнил первый Игромир с Дауром, где он такой застенчивый был. А я вот не нашла его. Я была в прошлом году, ну, в смысле, в позапрошлом уже, и хотела его найти, но не нашла. Да ничего ты не хотела меня найти. Ты даже не искала меня. В смысле? Фотографировала со всякими блогерами непотребными. А вот тебя не нашла, так что ты сам виноват. Я вообще-то хотела с тобой сфоткаться. Нам вдвоем не надо перепрыгивать. Со мной не фоткаться надо. А что с тобой надо? Наверное, надо жить. А, я понял. Стой. Да, погоди. А, да, не топчись по мне. Да куда ты? Да куда ты? А, отпусти. Я не могу отпустить. Почему? А, тебя? Ну да. Пусти меня. Никогда не отпущу. Тебя тяжело найти и легко... И легко отпустить. Нет. Тебя тяжело найти, легко поднять и невозможно... Накормить. Вы знаете, как он меня заставляет фасоль есть? Это ужас. В смысле, нет, заставляет это, когда я говорю, ешь фасоль, и ты ее ешь. А ты ее не ешь. Так потому что, я взрослая независимая, ничего. А, ну ладно. Давай, взрослая независимая, отвязывайся тогда от моего пупка. Пупга. Сейчас. Так. Йо-хо! Умничка. Блин, чувак анекдот разрезал на 2 части, чтобы он поместился в чат, а я так его и не посчитал. Прости, дружище. Что ты за человек, да? Сам анекдоты попросил, а не читаешь. Нельзя же так. Давай, на тебя вся надежда. Ты просто дружелюбный человек-паук. А, забирайся скорее. Скользко. Так, а куда эти делись-то, молодежь? Кстати, а почему там, если это игра от Electronic Arts, почему там мальчик с девочкой? Что почему не девочка с девочкой? Да? Ну, например. Это было бы эпичнее. Тогда мы бы знали, почему им запрещаются отношения. Вот это был бы интересный месседж. Приезжает посол в СССР, заходит к Молотову. У него голубь накакает. И зажигает Молотов. Заходит к Молотову. У него чернильница под столом. Вопрос, почему? Ответ, моя чернильница. Куда хочу, туда ставлю. Дальше он заходит к Микояну. У него чернильница на абажуре. Вопрос, зачем? Моя чернильница. Куда хочу, туда ставлю. Наконец он попадает к Сталину и говорит ему. У этих двоих чернильницы в странных местах. Вот ослы. А почему они так высоко в правительстве? Мои ослы, куда хочу, туда ставлю. Добрый, ты боишься, что Оля использует тебя и твою популярность, чтобы в будущем на твоих костях пропиарить свой YouTube-канал с летсплеями, после чего перепишет на себя квартиру, займет твое место на СГ и уйдет к Кате? Хм, зачем вы раскрываете мои планы? Вот все, кроме квартиры, реалистично звучит. Что-то я хотела прочитать. У меня просто нет квартиры. Так что это ты меня используешь. Даур, какая любимая игра на консоли, в какую чаще всего возвращаешься? На консоли? Угу. Вообще он пекарь. Ни в какую не возвращаюсь. Да, я пекарь. Я предпочитаю... Я на консоли играю только эксклюзивы консольные. Ну ладно, кроме вот Unravel. Почему зря? Ну типа на ПК графика лучше в любой игре. То есть поэтому лучше играть, если у тебя хорошая видеокарта. Давай ты запрыгивай. А на плойке, ну как бы там, я ничего против эксклюзивности не имею. Ой. Это клево, что есть эксклюзивы, причем хорошие. Вот. Кроме Uncharted. Ну ладно, последний Uncharted тебе понравился. Последний? Да, давай расскажи свои последний мне понравился меньше всего. Нет, последний про Хлоис. А, Хлоис, это вообще клёвый. Ну там единственное, сюжетик надо было доработать им немножко.
А, так да. Ладно, давай не будем про Uncharted. Почему? Это табу. Да нет, давай поговорим. Дома поговорим. Давай дома поговорим про Uncharted. Давай. А, мы, кстати, дома. Давай говорить про Uncharted. Так, ты там? Ой, меня там что-то... Завязывай. Ну ты зацепись сначала. А. Да, и вот так завязывай. Господи, я чуть не погиб. Так, все, я девушку посадил в машину. О, господи. Извиняюсь, да, за громкость. Миш, хватит нас пугать. Извиняйте. Почему я не слышу, когда в Дискорде ты подсоединяешься к делу? Потому что ты стримишь, у тебя режим стримера, и он отключается со стороны звука. Что мне надо сделать? Объясни, пожалуйста. Тебе? Да, я не могу запрыгнуть туда. Так вот оттуда и запрыгни от себя. Зачем ты сюда идешь? Вот тут и запрыгни. Ну, в смысле, сначала подтянись на этом. Ну, раскачайся немножко. Так, сейчас открою у себя ОБС, чаты. Чё, как вам Е3? Начало его, точнее. Я проспала первую конференцию. Окей, ты доволен? Я не проспал первую конференцию. Я смотрел все от начала до конца. Угу. Вот, и очень красивые декорации были. А, сейчас, от чего отцепиться? А, нет, от тебя я не могу отцепиться. Отцепись от меня. Не могу. Так, ну вот Unravel меня впечатлило. Миш, ты смотрел ее? А. Ты вроде смотрел, я видел там у тебя месседжи. Да, мне и батла понравилось, что удивительно. Я думал, это все-таки будет полный звездец, а батла меня очень удивило, мне понравилось даже. То есть батл рояль оказался... Ну, пофигу. Нет, дело не в батл рояле. Дело в том, что мне понравилось, как они сделали прицепы. Мне понравилась разрушаемость. А, мне понравилось, что теперь каждый может поднимать убитого, но медики делают это быстрее. Ну и в целом... Она смотрится экшеново, да. То есть на сеттинг и цирк с конями в виде, в виде кастомизации мне в целом насрать уже стало. Потому что я увидел геймплей, и мне очень понравилось. Угу. Поэтому я буду брать эту батл, скорее всего. Клево. Да. А вот все остальное, ну, этот, Андем не показали, что, в принципе, очевидно, позориться не хотят. Unravel, ну, она миленькая, да. Жаль, что первая часть не прошла. Они кусочек Андем показали все-таки. Как и в прошлый раз. Вот так. А как тебе Solitude там что-то было? Забыл уже название. Ну... Я бы посоветовал девушке, которая его презентовала, не перебарщивать с антидепрессантами, но в целом нормально. Потому что она такая прям, знаешь, она угашенная просто. Девах-то симпатичная, она такая просто, она реально убитая, как будто там антидепрессуху жрет килограммами. О чем вообще игра будет? Она, может, переволновалась. Просто про одиночество? Может. А-а-а-а. Аллегории, эх. Игра, короче, я думаю... вам на этой херне, на решетке, как я понимаю, нужно один висит, раскачивает второго. А-а-а. Второй запрыгивает, подтягивает другого. Ну давай, о, ты уже почти дошел. Да-да, мы так и собирались. Нет, не собирались. В смысле, а собирались? В смысле не собирались? Вообще-то собирались. Но а зачем не... мы сюда лезли? Второй как раз. Как до тебя подтянуть? А. Ух ты. Чуть сейчас меня не это самое. Не вот это вот, да, понятно. В клубе объявили лекцию на тему «Народ и партия едины». Никто не пришел. Через неделю была объявлена лекция «Три вида любви». Народу набилась тьма. Существует три вида любви. Начал лектор. Первый вид – патологическая любовь. Это нехорошо, и на эту тему говорить не стоит. Второй вид – нормальная любовь. Это вам хорошо известно, об этом тоже говорить не стоит. Остается третий, высший вид любви. Любовь народа к партии. Об этом мы и поговорим подробнее. Ага, вспоминаю. Это конец анекдот? Это был анекдот? Да. Да, смешная. Это как матушка моя учится. Ты не смеялась? Она такая... Рассказывает историю. На ОБЖ учитель такой серьезного вида, военный мужчина, встает и говорит. Итак, сегодня наша тема. Замужество. Все девчонки такие, опа, интересно, замуж, это прикольно. И продолжает. И отечество. Ну, зачем ты так много раскачиваешься? Один раз и все. Потому что в тот раз я не смогла перепрыгнуть. Ну, лучше не перепрыгнуть, чем все заново играть. Ладно. Да ты уже приноровился. Ты можешь. Ты сделаешь это, давай. Все, я тут. Я тут.
СМС от папы. Сынок, приезжай на дачу, здесь музыка, пиво, пьяные девочки. Ответ. Я на это больше не куплюсь. Сами копайте свою картошку. Слушай, это прямо, знаешь, вот мы недавно... Да ё-моё! Ты почему-то 10 раз раскачиваешься. Один раз раскачиваешься, и все, и прыгаешь. Хочу и раскачиваюсь. Ладно. Так. Вы так мило ссоритесь, что аж выпить хочется еще. Это, короче... Эти анекдоты похожи очень на... Давай, вот один раз. Один раз налево, один раз налево. Качнись, налево один раз. И направо, и все, и прыгай. Все, смогла. Вот и все. Чего ты кричишь на меня? Просто... вот поэтому я со своими девушками в кооперативные игры не играю. Я знаю, чем это кончается. Ой, разводами. Ты бы слышал, как мы в Tomb Raider играли. Не удивлюсь. Просто у нас драка была. С Даурум невозможно играть. А это, короче, нормально. Так пригласил все девчонку, попили кофе, рома, поболтали там несколько часов. Отправил, и думаю, такая прям... миленькая. Когда свадьба? Блин, слушай, Оль, я не буду ничего говорить по этому поводу. Ну ладно. Она клевая, но я же ее пока как человека не знаю. Спроси у нее, какая ты как человек? Пусть тебе выложат все как на ладони. Не, ну это время должно пройти. Да, Ольга сильная и независимая, сколько хочешь, столько и раскачивается. Я качок. А как тут сделать? Тебе показывали это, тебе нужно завязать с двух сторон, чтобы тебя Ольга раскачала. Да, но если я тут завязываю, я теперь привязан вот к этой точке, а не к веревке. Блин, хороший вопрос. Так смотри, попробуй. Вот эта штучка тебя уносит вверх. Хорошо, тогда я сначала туда, да? Оля, а ты его подтягивай, да. Угу. Ты же можешь его подтянуть? Да. Не, я сам тоже могу подтянуться. А, не, отпускай. А, точно. Стой, хорошо. Погоди. Да не тяни. Сам держись, не держи. Так, сейчас. Оп. Ну, вдруг его сейчас там убило бы. Там оп. Что-то спасибо сейчас, за любовный совет, чтобы испытать на прочность любовь с девушкой, нужно поиграть в кооперативные игры. Да. Не играй, братан, это плохо кончается. Ой! Как туда запрыгнул? Просто перепрыгни через эту штуку. Не в нее, а вот так, да. А-а-а. Ой, головоломки пошли. Господи, что я должен головоломки решать? Что за дичь вообще? Ой. Я сюда пришел умиляться тряпочному человечку, да? А что дальше делать? Надо вон ту штуку повернуть для начала. Окей, я как это сделаю? Вот так. Да, вам нужно настроить градус, чтобы это прыгать из одной пушки в другую. Миш, ты проходил, что ли? Я смотрел, пришел, ну чё вы, а? Давай, я поверну, а ты лети. Ну ты прыгай на неё. А вы что, не смотрели, что ли, шоу, которое там это ей устроило? Классно забыл. В смысле, я там, правда, отвлёкся? Ну ты-то понятно, я Даура спрашиваю, по большей части. Какое шоу? EA Play? Ну от EA Games, да. Ну EA Play, ну да, конечно, смотрел. Пью. Ага, все. Ну вот Command & Conquer меня, конечно, разочаровало. Блин, ну я понимаю, что стратегии типа не жрутся, но нафига вселенную портит собаки? Уху, мы это сделали, да. О, Майстер спрашивает, ну что, пацаны, говорят, новый стимпонос эпичный вышел. Даур, у нас вышел эпичный стимпонос новый с Катей, который... Вообще отвратный. Отвратный? Да, вообще ужасно все было. Ты аж помылся после последние, этого. Последние три минуты было вообще кошмар. Смотри, они закрылись. В подвале закрылись. Пойдем посмотрим, что они там делают. Тебе что, 10 лет? Смотри. Ой, подглядываем. Они смотрят порно. Они чатятся ВКонтакте. Они стимпонос смотрят. Они смотрят СГ. СГ запрещен будет в будущем просто. Почему? Не знаю.
Ну просто это надо типа... Надо это выяснить. Это клевая площадка, она будет запрещена там тоталитарными властями. Тоталитарными? Да-да-да. Эльги из Экхаль. А, нет, стоп, это же Ваня. Он наш, он все разрешит. Так. Че, никто не оценил шутку, что Ваня Гитлер, да? Ну ладно. Я не поняла ее даже. Он же вроде Геббельс, нет? Геббельс, Гитлер, одной буквы начало все. Да, там я вообще, кстати, когда смотрел там эти передачи про Вторую мировую, чуть не офигел там. Гитлер, Гиммлер, Геббельс, Геринг, Гэс. Блин, у них они все на Г. Ага. Просто. А еще есть такой философ Гегель, тоже по-любому фашист. И Гюго тоже. Да-да-да, все они, блять. Так, сколько времени? Там сейчас. Время 1:34 у вас. Да, ну я думаю, еще минут 20 поиграем. И. Да? Вы че, уже спать? А я только это, девчонку проводил, я думал, поиграть во что-нибудь, ну бля. Ну. Ой, нет, еще, ты этот можешь свой стрим запустить. Если че. Да, просто... если я запущу свой стрим, я сопьюсь. Потому что у меня там еще треть бутылки рома, целая бутылка вискаря. До хера жрачки, и я просто так это не оставлю, если сейчас стримить буду. Потому что я думал, на вашем посижу, миленько поболтаю, протрезвею немножечко, пойду спать потом. Нет, нихера. Ой, стой, это первая глава, зачем мы здесь? Давай контурные карты, нафиг. Да не, мы можем постримить пока. Пока спать не захотим. А вам завтра куда-то нужно? Да нет. Ну, вообще-то да, в смысле нет. Куда? Да понятно, да, Даур, ты утро. Не хочешь меня слышать. Не, ну она сама мне сегодня все, сказала. Все понятно, нам Даур, завтра нужно съездить там туда-то. Ты туда-то. Просто меня не любишь теперь. Вот после того стрима с Катей ты понял на самом деле, что наши чувства, они невзаимны. И ты меня бросил. И ты меня еще хотела, Ольга, возненавидеть за то, что я бросил Даура. Я просто превентивно понял, что он собирается это сделать. Поверни. Ты меня обвиняла. Вот туда, да. Вот. Да нет, я не обвиняла ни в чем. С сестрой в побег был? Не, на самом деле, я познакомился с девчонкой, я рассказывал недавно. И типа вот, пригласил ее к себе, что нет. Сидели, выпили, поболтали. Так. Короче, я не знаю, если честно, ты там открой Donation Alerts. Я не знаю, были ли донаты, и мы их пропустили, или их просто не было, и я... Если их просто не было, ребят, извините, пожалуйста, там что-то... Всё, я заканчиваю, да. Там, нет, там что-то намутили, я, ну, и, да, может Вася быть, что-то сделать. Все. Я вроде включил. Так, но короче. Я не уверен, так ли я включил, как надо было это делать. Сейчас посмотрю. Нет, слушай, там в 22 все кончилось. Что? Маленькие лягушки. Да, маленькие лягушки. Вам ничего не донатили, никому не интересно Unravel, никто не хочет, чтобы были такие милые ламповые стримы, где нет нарец. Ну, надо ну. было сразу меня звать. Ну, я бы не пришел. Так я специально к Дискорду подсоединился, чтобы, если что, кто-нибудь мог зайти. Вот. Мне сразу вытащи вспоминается меня. Котик-нацист из обзора Wolf 2, да по-любому. Ой, смотри, мы с тобой поссорились, что ли? Ой, боже. Как мило. Видишь, как надо. А ты сразу на кухне будешь спать. Ты мне цветочек не подарил? Смотри, смотри. Цветочек, что за меркантильная женщина? Да вот, что она тебе? Давай ко мне. Ой. Маэстро, спасибо. Блин, я сейчас чуть не охренел. Думаю, как Миша говорит и смеется одновременно. Это, знаешь, это деструктивно на психику влияет, да? Да. Спасибо, ребят. Спасибо, маэстро. Господи, этот звук. О, имя маэстро. А Миша видел Оли? Нет. Сука. О, СГТ Билл Рейд. Спасибо за сотку. Спасибо. Сука. Спасибо, ребят. Спасибо. Воу, я думал, что-то куда-то тебя унесло. Цветы. Игра... Что? Игра полная геев. Мальчики вдвоем в подвал лезут, нитки сливаются, глубоко. Да по-любому это, я согласен с Васей, что это вот очень по-гейски выглядит. Вы просто обратите... Не, почему? Связанные пуповины это не по-гейски. Но вы обратите внимание, что эта девчонка, она вроде темнокожая, да? Которая... А с чего ты взял, что это я? Девочка? Ты где половые признаки заприметил, а? У нее волосы. На полу. Давай, прыгай. Или... А. Я в цветах. Ладно, ты вся в цветах. Опа, вот и я.
Даур, когда будешь одаривать меня цветами? Айфоны, там машина. Ну, вообще-то... Даур, это тот момент, когда нужно расставаться. Вот когда задают такие вопросы. У тебя было все хорошо, было прекрасное отношение, но вдруг она заговорила о том, что у тебя не хватит денег. Серьезно, это пора, Даур. Все, заканчивай этот фарс. О, бородатый подмихи Никсель Пиксель за ним соточку. Короче, не все тут реально оценивают мои анекдоты про СССР, так что рекламируем книгу «1001 анекдот из СССР». Можете сами найти, могу вам Дискорд скинуть, если вы есть в церкви. А церковь имени Обоев, ищите ВК, там ссылка. Ну, я не буду, я не люблю анекдоты про СССР. Свет только про Штирлица, понимаю, анекдоты. Ну, про СССР тоже, да, и бывает норм анекдоты, но не все. Такие советские, да, ты буржуа. Так, это, короче, Оля, ты все слышала. Ладно, я собираю вещи. И меня забирай. Нет, ты не собираешь вещи. Все твои вещи от не мои. Зачем вы вниз прыгнули? Вам нужно это друг друга раскачивать между ветками. Слушай, не говори, а я думаю, зачем мы спрыгнули вниз? Зачем мы спрыгнули вниз? Да, господи. Спасибо, бородатые подмыхи, Никсель Пиксель. Ты вовремя. Бородатые подмыхи. Ой, волосатые. Там бородатые или какие там были? А, бородатые, да. Так что я все правильно сказал. Там бородатые, серьезно, не волосатые? Олимпийский мишка. Да, бородатый, лол. Я думал, волосатый всегда. Давай вот представим, что мы медведи, а не он, и мы ему на ухо наступаем. Да. Ты ему на горло наступил. Раз сегодня день поговорок, то мы тоже на это. Ладно, давай обратно. Любишь меня, люби трактор возить. Это не трактор. А что это? Не знаю, грузовик просто. По-моему, это очень даже трактор. В смысле, какой-то грузовик. Это трактор. Трактор грузовик. Такой на больших. Нет, это трактор. Да, больших... Это грузовик. Вот сейчас он вперед едет. Вот сейчас он вперед едет, смотри, вот так. Ну ладно, так. Ну фары, посмотри, где фары. Ну это да, где фары, да. Это задние фары. Задние фары, да? Это индикаторы. А кузов, значит, передний, да? Это чтобы сразу вываливать было удобно, что-то и это. Водитель видел, куда вываливать. Ну трактор, вы еще тракторов не видели? Вон, самосвал. Просто я с ума сойду. Опа, их поймали. Ух, сейчас что им... Опа! Детская насилие. Жаришка пошла просто. Детское насилие. Смотри, ты даже испугался. Детское насилие. Насилие над детским насилием. Ой. Смотри, за нами тоже. На нас эта энергия отражается негативная. Смотри, ой, блин. Боже, мне страшно. Слушай, русо-туристу прям. Прям день рождения. Новый год. Чё, Росатурист? День Победы отметили. О, все. Все, да. Мы не справились. Гестапо нашло их. Давай еще раз. Сваливай этот пирог. А? Вот это нужно... Нет, не подвинуть? Блин, а как нам наверх запрыгнуть? А, никак. Нам дальше. Ой, все, они отстали от нас. Мы не достаем до туда. Может, надо ящик подвинуть? Достаем. Только зачем? Чтобы вот так крутиться. А. Вот зачем. Это наверняка... А чего у вас сегодня за вечер анекдотов, я не понимаю? В чате одни анекдоты стравят. Ну, не знаю. Вообще-то сегодня вечер поговорок всяких и... пословиц, так что. Ну, блин. Да, почему? Ну, не знаю. Мне нравится пословица. А почему мне должны нравиться анекдоты? Мне нравится пословица. Мне нравишься. А почему тебе должны нравиться поговорки? А может быть, люди, а может быть, жизнь? Какие странные вопросы ты задаешь, Даур? У меня нет на них ответа. Так, они такие, короче, собрались. Так, что будем с ними делать? Что? Ох. Ты обалдел, что ли? Прости, он пожалуйста. Он светлячка нашего сломал. А, ты об этом? Давай, мы должны вмешаться в ситуацию. Сейчас. Давай, я толкаю бочку. Че я на тебе бочку качу? Нам надо связаться. Нам?
сейчас. Маэстро спрашивает, эту игру можно проходить в одиночку? Да, по-моему, можно. Да, но тогда, по-моему, моментами персонаж будет рассоединяться и... Господи, а как... Ну ты... да, переключаться можно будет, наверное. А, вот. Семь раз отмерь, один раз вырый яму. Ну раз поговорки, правило кавказской семьи. Мужчина всегда прав, если даже он не прав, смотри правило номер один. Ну это армия, ты че? Да. Там про... Смотри, какие... Че-то такая деловая просто. А че за призраки у вас витают на фоне, я понять не могу. Это типа история, которую рассказывает игра, сюжет. А кто это? Че за люди? Анекдот. Мужик идет мимо психлечебницы и слышит через забор. 14-14-14. Смотрит через дырку в заборе. Его кто-то тыкает в глаз из-за забора. 15-15-15. Это баян, да. У-ху! Это вот, знаешь, кажется, кто-то в чате нашел старый журнал, там, Теле7. Да-да-да. И, короче, да, 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 откры... Мне подруга недавно скинула. Батя, а то и деда рассказывает. Открыл. Блин, страница с анекдотами. Не, был такой журнал «Тещин язык», я точно помню. А, там анекдотов было тонна. Да. Ну чё, прикольно, давайте еще. Давайте вот кто самый баянистый анекдот скажет. Ну ты знаешь, мой самый любимый. Блин, ребят, кофе с ромом такая охерительная штука, я прям тащусь. А-а-а. Всё, сколько Оли не корми, все равно на Даура смотрит. Да, я съем. Так, а как нам эту штуку взять? А, раскачаться надо. Ты давай это... Ушел отсюда. Давай пошу, вылюбишу. Так, ладно, держи меня. Держать или ты сам? Ой, как ты меня... Там ручка... Глеб, кстати, в конфе пишет. Мне после конфы написал судья матча американского футбола с советами насчет игр. С чего, типа, лучше начать? Прикольно, блин. Судья американского футбола. Ну как он, регби называется или как? Папа, да. Папа, а кров и пищу дает Бог? Да, сынок. А детей приносит аист? Да. А подарки Дед Мороз? Да. Папа, а ты тогда зачем нужен? Ну да. Тещин язык до сих пор в магните продают? Да ладно, надо купить, может там что-нибудь свежее. Господи, фу. Так, а что делать? Как нам эту штуку взять? Ты понимаешь? Миш, как кофе с ромом мешать? Короче, я сварил себе кофе. Залил туда где-то грамм 50. Миллиграмм 50 рома. Наверное. И залил молочком. Вообще, хватит. Иди ко мне. Зачем к тебе? Да иди ко мне, быстрее. Регби, американский футбол, две разные вещи. Ну ладно. В смысле? Ну, говорят разные вещи. Хочешь сказать, что я всю жизнь ошибался? Я что, спорить что ли буду с человеком? Чё ты? Кто я такой? Я всего лишь стримлер. Стримлер. Нет, он меня съел. Когда я сдаю кровь, я же сам у себя ее не выкачиваю. Это делает медсестра. Да, но тут... Ой, боже. Не смешно. Американский футбол — это американский футбол, регби — это регби. Блин, да чем они отличаются? Так... Мы можем хоть как-нибудь сговаривать? Стой, мы можем хоть как-нибудь планировать свои действия? Зачем? А, понял. Я просто вещи фундаментальные, видимо, путал. Все, они мы ее взяли. Нет. Да, мы ее уже взяли. Ты взяла? Да. Понял. Все. Я, значит, путал. Я просто американский футбол регби называл. Окей. А он какой? Бельгийский? А он другой. Не, регби он типа, он без... Он контактный, но, видимо, без брони, судя по картинкам в этом. В гугле. Ой, смотри, мы там пропустили эту штуку. Лось! Вау! Еще один лось! Это про нас. Про то, как мы проходим игру. Вроде тут нет нигде зеркала. Слушай, а чё лось без рогов? Может, он молодой? Может, не, он с рогами был. Да, я чуть не увидел рогов. Раскручивайся. Ну ладно. Не, первый был с рогами точно. Ну, так сильно... А второй, нет. Может, самка? Наверное.
Просто он ей не изменял, а она вот такая оказалась. Ну, чуть покороче. Слушай, очень жизненная история. Прям даже грустно. Не тебе поправить. Не говори. Ай. Кстати, у меня одного бомбило при прохождении Детройта. Я не проходил Детройт. Я не играю в плохие игры. Почему плохая? Да я с утра льбашу, Оль. Ну, ну не обращайте внимания. Ты хоть предупреждай заранее, сейчас будет троллинг. Чтобы сейчас будет шутка, смешно. А-за-за, посмеяться. И ты такая, шутка, это юмор, охуенно. О, баф на стриме и давно. Это не баф, в смысле? Вы что, ребят, по голосам уже путаете? Ну, вообще, у меня ник Баффорд, если что. Ой, всё. Миша, ты троллинг не понимаешь. Да по-любому. Сам сарказмирую, а я сарказму не понимаю. Ой, не-не-не, обратно, иди, обратно. Он меня съест, да. Тебя съел. Да, нам нужно дальше. Любишь, Оля, люби повторять ей, что раскачиваться нужно один раз. Вот туда, в щель давай. Опа. Какую? Вот в эту. А, о нет! Или нам нельзя вообще? Короче, там мне показалось, что есть вот эта светяшка. Нет? Вот там что-то, видишь? А, да. Не, это вот эта хрень, которая за нами гонится, нет? Ну вот, вон. Да я вижу, я пытаюсь понять, что это. Ладно. А, нет, там у меня жирает. Сюда пробился этот пьяный нарица. А почему бы и нет, собственно, а? Как снять... Как снять негра с дерева? Перерезать веревку. Какие актуальные шутки. Да господи, давай вместе бежать, а не беги впереди меня. Актуальный контент СГ, я вас не узнаю. О, мы уже здесь. Да, игра нас пожалела. Такая же, господи, вы вообще не пройдете эту игру в жизни. Баф не на стриме, а кто тогда? Это ебаный лицемерный говнает нас, сука. Ну да, это не фен. Давай, я жду тебя. Ну, че, если ты схитрил. Видал, как я умею? Да. Ой. Ладно, ты меня поднимешь же, да? Да. Михаил Куром, кстати, не знаю, я взял Бакарди. Дивидиров. Вы о чем вообще? Воу. Я хотела мухомор съесть. Съела мухомор? Меня съели. Зачем вы сейчас скажу, какой я взял. Я просто не помню это название. Но мне прям очень понравился. Он не очень дорогой, но прям зашло. А карта негра. Прям вообще нормальная тема. Какого негра? Ха! Зови меня, Себастьян Перейра. Торговец с черным деревом. Негациант. Боже, что за еще? Нет, стой. Ой, там паук, смотри. А он съест меня, как думаешь? Вот этот паучок, давай, да, запрыгивай. Господи, запрыгивай, ну вот давай паук. Ну паучок же, да. У нас, короче, на кухне завелся паукан. Он уже пропал давно. И время от времени он, типа, выползал, мы его видели, Оля радовалась, когда его видел. Ой, паучок, там все дела. И однажды Оля такая говорит, ходит такая по кухне, а где наш паук, где наш паук? И так, а я смотрю, он прям сзади нее спускается с потолка на паутине. Вот так медленно. Я говорю, ну вот повернись. Она повернулась и такая, как вскрикнула, боже. Тебя съели. Да. За DVD и за флешку. За флажку. За себя и за Сашку. Зачем ты спустилась-то? Потому что там летела эта штучка, я быстрее, рисковала с собой. Так тут же анекдот из бородой шутить, нет? Чего? Держись пока. Эти грибы, кажется, их типа не дают им пройти. Да.
Уходим. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена. Или как там было? Ну это Владивосток 2000, да, ты вспоминаешь? Я просто вспоминаю то, что однажды слышал, я даже не знаю. Уходим, 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 наступят времена. Я не помню, как там. Да, возможно. Почище, получше. Подожди, там штучку надо взять. Стонет родная в экстазе. Сука! О, донатик. Спасибо. Аечка, кто-нибудь еще брал отпуск на 3 дня, чтобы не спать по ночам и смотреть Е3? Или только я, учу единомышленников? По скриптам, ребят, спасибо за оперативный стрим. Ну, это он. Да, Ура и Ольги. Ай. Мы вообще думали, что обзором будет заниматься Вася. Вам спасибо. Да, спасибо за донат. Айщика. Спасибо. У меня вообще идеально на сессии выпало. Прям вот эти 3 дня выходные все. Или сколько там, 4 дня? Кажется, ты на учебе или что там это? Ну, кажется, да, кто-то, кажется, кто-то в Министерстве образования смотрит Е3. Да, да, да. Так, а тебе, наверное... Да, вот по этой крутись и вот туда. Да, понял. Сейчас, сейчас, только... сейчас. Ой, меня съели. Да, остановись там, где грибы. Грибочки. Ты же сама грибочки сказала, да? Ну я сказала, себя не послушала. Сама говоришь и не делаешь. Вообще-то да. Ой, смотри, я села. Случайно давай, решил сразу, поиграть давай, в Марио... Так, у нас Евгений Клауд пишет. Случайно решил поиграть в Марио 64. Прям мастерпис. Бывало ли у вас так, что рандомно запускали игру, она супергодная? Я так с Dragon Age познакомился с 2009 года. Случайно решил поиграть в Mario 64, господи, как? Ну типа, блин, не знал, чем заняться. Куда решил ты поиграть, такой, блин, клёвая игра. Ой, такое бывает. Мы спрятались. Да. Кто-то должен потянуть, а кто-то должен. Давай. Ну, ладно, я пойду. Давай. Рискну своей жизнью. А. Сейчас. Давай. Сейчас она уйдет. Погоди. Давай. Ой, мыши летучие. Марио 64 я как-то однажды играл на эмуляторе. И мне что-то совсем не зашло. Ну, может, я просто к управлению не мог привыкнуть на клавиатуре. Блин, мне так лень читать все эти анекдоты, которые в чат отправляют. Вы их тоже игнорите, да? Мы играем. Не, мы играем вообще. Ой, смотри, они сидят. Я же говорю, она чернокожая. Да она не чернокожая. Она чернокожая, это же видно. Где это видно? По ее лицу. Но она типа, ну, не чисто чернокожая, там, из Сомали. Оу! Во. В смысле, индюшка съела фига меня? Фига себе, индюшка. О, нет, это не индюшка, это глухарь. На стриме уже определились, что это не индюшка. Это даже не тетер, это глухарь, посмотрите на его хвост. Глухарь, это как сериал, что ли? Как сериал, только он живой и летает. Птица. Да. Да я смотрела сериал, между прочим, весь. Я сочувствую тебе. Да не, он клёвый. И вот эту женщину ты берешь себе жёлтого. Ну ладно, кто из нас без греха? Пусть первый бросит. Скажу по секрету, я учился... Да изи, господи, на игровере встретимся. Кто из нас без греха? Пусть первый бросит в меня донат. Нет, без греха не словишь и глухаря. Вам нужно по очереди, вам нужно бревно двигать одному, а второй будет байтить. Какое бревно? Не бревно, а бочку. И этот не один двигает, а второй прыгает. Не, так не получится. Миша не смотрел глухаря, я пытался, я подумал, хэсс. Мне на нее бочку? Нет, тебе нужно... Ты сюда при... Короче, привлекаешь внимание птицы, тот, кто справа, а тот, кто слева, пока птица не видит эту банку жестяную. Да и самой догадаться, ну чё ты начинаешь? Ну я смотрел, господи, выступление. Да ну, я тоже ты смотрел. Всё, спрыгивай. А Оля не смотрела. Оля неправильно делает, ей сейчас нужно это, да, байтить птицу вместо Даура. Вот, все, она догадалась, судя по стриму. Ой, все, короче, пошли дальше. О, Ева, здорово. Ева? Ну, а Октопус Ева. Музыка классная очень. Оп. Я в дупло. Сука.
Ай, Вапс, Вапс 7, спасибо за сотку, анекдот. О, господи. Ладно, сейчас я открою Donation Alert, чтобы читать анекдоты. Не скусили. Итак, анекдот. Два интеллигента, у одного бланш под глазом. Слушай, почему у тебя фингал? Ты ж такой интеллигентный. Да я, понимаешь, вчера был в гостях у семьи военного, и полковник говорит. А вот у нас в роте. Ну и что? Что? Черт, меня побрал ему сказать, извините. Не в роте, а во рту. Неплохо. Ты чего ждешь-то? Прыгай давай. Смешной анекдот был. Я смеялась. Ты можешь смеяться и бежать. Не могу, это сложно. Ой, да и индюшка дурацкая. Так, давай не тормозить. Да, я его знаю. Так, Даур, давай не тормозить, а? Хорошо. Я не торможу, это игра забаговала. Да, конечно. Это она такие звуки издает, или это Миша? Я по клавишам ничего не знаю. Че ты? Бауэр, это не похоже на чайную комнату, да? На кой черт тебе 10 кусков донатили, если ты это чайную комнату не стримуешь? Просто чайную комнату 2 не объявили на Е3. А, ну да, действительно. Ну ладно, мы на самом деле проспойлерим, мы 15-го будем стримить. Стим поносы и чайную комнату, так что. Так, тут что-то надо придумать. А, я пошел. Том Круз, миссия невыполнима. 850 тысяч. Хаба. Ой. Ну что ты делаешь? Я не знал. Слушай, а как птица озвучена? Орнитологи будут рады? Или ну, это... она так пчик-пчик-пчик-пчик. Вот так делал какие-то звуки. Окей. Хватит, пожалуй, анекдота с вас. Окей, у бородавки кончилась книжка. Наконец-то. Ай-яй-яй. Что делать? Ура! Мы ура! Спаслись. Бегом. Мы еще не спаслись, это еще может быть не все. Сгарни будет? Ребят, узнаете все в анонсе. Собственно, стимпонос. Она тебя просто разорвала на кусочки. Что, где, когда будет в этом месяце? Ребят, ну вы сами подумайте. У нас был Лиман. У нас сейчас... Е3. А потом мы еще будем проходить Call of Duty, стимпоносы, я буду в RPG-шки играть. Ну, до хера стримов разных. Вы что, какие что, где, когда? К тому же вопросы зависят исключительно от вас. Набирайте. Кидайте свои вопросы. Если будете их по правилам фармить, вообще золото будете просто. Ну, вот так стоит. Анонс, естественно, будет, ребят. Ну, у нас есть расписание по стриму. Ну, это не тетерь. Ну, что это индюшка. Это глухарь! Ну что вы? Тетерь другой. Этот него... глухарь еще и слепой. Слепарь. У тетери хвост короткий, что вы несете? Слепыш. Слепец. Слепень. Так тупо упало. Он его обидело просто. О, слоумо! О, ничего себе. Мы сейчас Кортес позовешь, свояк поешь. Я слышал, Кортес гей, по крайней мере. Я не знаю, кто такие слухи распространяет, но я слышал, поэтому нет, я не пойду к нему в свояк. Он меня недавно пидором назвал, так что нахер Кортес. Все. И она сейчас переместится с нами вместе. Мы с ним поссорились. Птица просто такая аутистка. Просто умственно отсталая какая-то. Ну что ты обзываешь птицу? Да она себя ведет как умственно отсталая. Ладно, что ж, вот мы и прошли. Три уровня.
А сколько всего? Я думаю, полностью, да? Исходя из того, что вы видели, качество головоломок, они правда интересные, они правда прикольные. В это очень весело играть вдвоем, потому что случаются постоянно всякие казусы, особенно когда... Когда люди... Оля не раскачивается, да? Да, один раз. Когда раскачивается больше одного раза. Слушай, мы так платим. Так что, если вам есть с кем играть, берите. Если вам нет с кем играть, берите, играйте в одиночку. Вот, так что да. Не, я, кстати, ты исчез. Сижу, в монитор залипаю. Ладно, все, я думаю, да? Остановимся тут. Ну да, нам наверное. Еще потом для обзора. Блин, проходить. Ребят, я бы постримил, но я не знаю, во-первых, что, а во-вторых, настроения особо нет. Поэтому давайте у нас все это будет занято E3 и играми с E3. Вот, все. Я не хочу врываться в эфир пока что. Ну что, ребят, всем спасибо. Спокойной ночи вам всем, да? Да, огромное спасибо, что пришли, что смотрите это сейчас в столь поздний час. Yeah. Желаем вам больше свободного времени на время E3. Счастья, здоровья. Вот. Да, высыпайтесь. Не ссорьтесь со своими близкими, играя в кооперативные игры, как эти двое. Да, берегите себя и свой кооператив. Вот, так что, да, давайте. Всем спокойной ночи. Пока. Всем пока.